Мозг человека удивительный. Он может помочь нам достичь заветной мечты и дойти до самой сложной цели. Но для этого нужно понять принципы его работы. Предлагаем изучить факты о работе мозга и начать использовать секретное оружие уже сегодня. Грань между выдумкой и реальностью. Мозг реагирует на каждую нашу мысль и не различает, где факт, а где фантазия. Именно поэтому люди, которые носят розовые очки, чувствуют себя более счастливыми. Ведь организм воспринимает такого рода плацебо как самый настоящий фармацевтический препарат. Следите за мыслями. Более половины сегодняшних наших мыслей – это те мысли, которые родились вчера. Поэтому пессимистам очень сложно изменить свое восприятие мира. В таком случае нужно прочистить мозг, заставить себя реагировать на позитив, и жизнь изменится в лучшую сторону. Жизненный опыт. Наши мысли со временем превращаются в жизненный опыт. Скажем, если вы мечтаете о поездке в Британию, то повсюду будете встречать напоминания о городе мечты. Хотите изменить мир вокруг себя? Меняйте мысли. Займитесь этим уже сегодня. Тренируем главную мышцу. Мозг ничем, ну почти, не отличается от других мышц. Его можно и нужно тренировать. Для мозга полезна физкультура, обучение, правильное питание, сон, новые места, ведение записей, танцы и прочее. Работа без выходных. Даже когда мы спим, мозг продолжает трудиться. Представьте себе, во сне его активность еще выше, чем днем. Передышка. Чтобы не потонуть в тысячах негативных мыслей, необходимо отключаться, давать передышку иммунной системе. Отдыхайте активно, очень полезно для мозга. Избавляемся от старого. Для включения в память новых воспоминаний мозгу нужно избавиться от старых. Мы устроены так, что сами можем решить, что забывать, а что помнить. Для этого нужно чаще использовать информацию, которую хотим сохранить. Реакция на боль. Мозг человека реагирует на боль, но из-за отсутствия необходимых рецепторов сам ее не ощущает. Хотя на множество нервов, сосудов и тканей, которыми мозг окружен, этот факт не распространяется. Новые нейронные связи. Любая деятельность заставляет мозг генерировать новые нейронные связи. Если мы думаем, что не в состоянии дойти до какой-то цели, то со временем эта мысль укрепляется в сознании. Если заменить негативную установку на позитивную, мозг начнет подыскивать возможности для реализации вашей мечты. Попробуйте освоить эти несложные техники, и жизнь начнет меняться к лучшему. Но всегда помните о необходимости отдыха. В отличие от уставших мышц, которые слабеют, могут болеть или вовсе отказывать, уставший мозг – это опасный помощник, который продолжит выполнять свою функцию, но подведет вас в самый ответственный момент. Он может привести вас к ошибочной оценке ситуации и, как следствие, к неверному решению.